Всем привет, это канал Canada Cars, автомобили из Канады и всей страны мира. Меня зовут Алекс, и в этом видео мы хотим показать, как мы нашему клиенту, который, кстати, хотел Dodge Journey, приобрели вот такую вот, ну, поменялась, скажем так, точка зрения, захотел человек вот Nissan Rogue. Выбрал Nissan Rogue с этой компанией Auto Rivian. Вы, наверное, помните ролик у нас зимой, по-моему, мы здесь брали один белый такой же вот Nissan Rogue, только чуть более новый. Эта машина 2015 года, и вот его цена, за сколько мы его покупаем, почти 12 тысяч канадских долларов. Эта машина находится в пригороде Монреаля, совсем рядом от нашего, кстати, автосалона, буквально считанные километры от нашего автосалона Canada Cars. Значит, вот эту машину мы забираем, мы ее отвозим на склад сейчас, грузим в контейнер, отправляем в Украину. Теперь все детали по этой машине мы вам расскажем и покажем уже на складе. Какая будет итоговая цена? Да, вот эту цену вы можете, в принципе, забить на нашем сайте в калькулятор, сайт canadacars.biz, там рубрика «Калькулятор», забивайте, выбирайте Сан-Усташ, либо Монреаль, в принципе, разницы нету по доставке, выбирайте пункт прибытия Одесса, машина идет в Украину, ну и растаможка. То есть мы вам итоговую цену скажем уже, когда она будет на складе. То есть растаможка и плюс портовые брокерские сборы в Украине, которые, в принципе, тоже нельзя игнорировать, потому что они 850 долларов США стоят. Окей, по этой машинке я вам покажу все подробности на складе, а сейчас мы ее отправляем, скажем так, на погрузку практически. Так, ну вот, все, привезли эту машину на склад. По цене в Украине со всеми спортовыми, с растаможками, она где-то получается в районе 16 300 американских долларов. То есть это вот абсолютно целая машина по карпаксу. Никакой не биток, а фактически получается приблизительно те же деньги, как битые в Украине. А теперь давайте пройдемся, посмотрим ее подробнее. Так, ну вот давайте обойдем ее по кругу, то есть смотрите, зеркала, вернее камеры везде по кругу. Здесь видите подогрев двигателя, чтобы зимой не замерз. Вот камера. Сзади камера. Вот это Nissan в максимальной комплектации. Ага. Так. Диски у нас на 18. Панорама, рейлинги. Бесключевой доступ. Тут получается такой карбон. Тут видите куча всяких кнопочек. Специальный АВД-лок, эко-режим, круиз-контроль. Подогревы сидений, причем сиденье, обратите внимание, с перфорацией. Панорама. Так, давайте панораму откроем. Так, все у нас нормально, все работает. Выходы для USB. Тут у нас кондиционер. Пробег машины 133 тысячи километров.
Давайте посмотрим, что тут у нас сзади. Так. Коврики багажника. Это тоже специальные ниссановские. Но полочки багажника у нас нету. Вот подлокотник со стаканами для задних сидений. Так, давайте посмотрим, что у нас, видите, такое интересное отделение. Закрывание крышки багажника с кнопки. Еще раз, вот он, карбон наш. Кстати, есть датчики мертвых зон. Очень полезная штука. Так, подогревы сидений. Давайте посмотрим. Вот видите, все книжечки у нас. Все есть на месте. Вот движок работает мягенько. Двигатель ставится на газ. Так, давайте посмотрим камеру заднего вида, работает, не работает. Вот видите, навигацию сейчас показывает. Ну вот, камера заднего вида. Все, кто-то там ходит. Зеркало с диммером. Ну вот. Такая машина. Ну и все. Отправляется она в Украину. Особо больше рассказывать о ней нечего. Одна из самых популярных и любимых машин в Украине, эти Nissan Rogue. Так что можете покупать их у нас в Канаде. Их еще, так как Touareg еще не вывезли. То есть можете покупать целые. Хотите еще чуть дешевле, можно и аварийные покупать, не сильно ударенные. Все, тогда пока-пока, Nissan Rogue.